Российское производственное объединение «Албис» уже на протяжении многих лет изготавливает потолочные и фасадные системы для самых разных зданий и сооружений. 28 февраля в учебном центре компании прошла конференция на тему «Архитектура в металле», посвященная современным фасадным решениям. В ней приняли участие архитекторы, инженеры, конструкторы и заказчики, чтобы на примере реализованных проектов, таких как жилые комплексы, бизнес-центры, социальные объекты, поделиться опытом применения отделочных материалов. Наиболее интересны вопросы реализации объектов социальной инфраструктуры. Мы понимаем, что кассеты алюминиевые, вот те материалы, которые производит «Албис», причем приятно, что он производит их на территории Московской области, то есть для нас это региональный продукт, они имеют очень хорошее соотношение цены и качества, и при этом дают возможность и применять интересные архитектурные решения, не банальные вещи делать, оставаясь в рамках рационального бюджета. Вице-президент Московского отделения Международной академии архитектуры Юрий Виссарионов в своем выступлении рассказал, что при разработке фасада главное – красота, нежели прочность. Ведь в первую очередь мы обращаем внимание на облик здания. Он отметил, что и на предприятии «Албис» больше заказывают продукции именно для интерьеров. Алюминиевая промышленность, она позволяет максимально в короткие сроки произвести строительные конструкции в заводских условиях и в максимально короткие сроки их собрать на стройке. То есть, что вот как бы бывает минусом строительства. Вот. Но, значит, несмотря на это, как бы общий мировой прогресс все-таки уступает место по эстетике. На конференции обсуждались вопросы взаимодействия архитектора, конструктора и заказчика с целью создания продукции. Ведь правильное сотрудничество – это основная составляющая качественной постройки. Делаете ли вы еще что-то? Может быть, шумопоглощающие поверхности или какие-то еще специализированные поверхности на вашем заводе, которые потом применяются для промышленности, для чего угодно? Вот узкогражданское строительство, понятно, специализация. У нас есть три разновидности самой плиты. Это сульфат кальция, это там, где требуется класс НГ и никакой другой. Это раз. Дальше ДСП. И третий – это вентилируемая система фальшпола. В настоящее время «Албис» – это современное предприятие, обладающее полным технологическим циклом производства и высококвалифицированным штатом сотрудников. Участники форума отмечали, что компания с успехом внедряет передовые инновационные разработки и заботится о качестве предоставляемых услуг. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».